слова. Вот сегодня уже, казалось бы, такая дата, 50 лет. За 50 лет клуб сложился не просто в определенный коллектив, но в особую общность. Я думаю, что здесь нет случайных людей. Здесь только те, которые живут одной целью, которые живут одними мыслями, одними заботами. И надо сказать, что связи между членами клуба, и они гораздо шире, чем просто между участниками одного какого-то коллектива. Это связи родственников, друзей, это связи надежных товарищей, на которых всегда можно положиться. Причем эти связи совершенно такие неожиданные. Вот, например, Анечка Бурнина, ныне Редькина. Ее дедушка, мой друг с детства, мы дружим уже 60 лет с ее дедушкой. Леночка Вильи, которая здесь тоже, я тогда была на сцене, тоже упоминалась. Мы с ней учились в школе вместе, в одной школе. Ее мама была моей любимой учительницей. Я сохраню память о ней на всю свою жизнь, о Тамаре Михайловне Вильи. Мой брат, двоюродный, заслуженный мастер спорта по туризму, Пашков Владимир Михайлович. Наши видите, связи здесь очень обширные. И члены клуба «Самбо», они не только ходят в походы, мы с ними вместе пели в хоре Трезовоцкого государственного университета, там тоже самбовцы были. Мы вместе работали в студенческих строительных отрядах, там самбовцы были. Поэтому еще раз хочу сказать, что это очень надежные, проверенные люди с широким кругозором, с активной жизненной позицией. И, наверное, во многом благодаря тому, что рядом с ним был Юрий Степанович Ланев, создатель бессменного руководителя. Я думаю, что совершенно заслуженно он получил сегодня первое место в номинации «Мужчина сам». Это настоящий мужчина. Вот 10 лет назад я написал песню, около 10 лет, которую посвятил Юрию Степановичу Ланеву. И теперь в каком коллективе я не выступаю во время творческой встречи, я всегда говорю, предваряю песню, что эта песня посвящается замечательному человеку, настоящему мужчине, Юрию Степановичу Ланеву. Еще сильны морозы по утрам, из гор еще срывают соловьи, но мы навек привязаны к горам. Мы странники, бродяги, мы мужчины, еще сильны морозы по утрам, из гор еще срывают соловьи, но мы навек привязаны к горам. Мы странники, бродяги, мы мужчины, никто из нас не сможет объяснить, что нас влечет к сияющим вершинам, куда проложит Ариадна нить, каким укажет путь краям картинам, чем выше свет, тем шире горизонт, со взятой кручей новые вершины, качай кривом. Вперед. Мы странники, бродяги, мы мужчины, чем выше свет, тем шире горизонт, со взятой кручей новые вершины, качая привал, двинемся вперед. Мы странники, бродяги, мы мужчины, юный шмон черный, наш полюс, наша цель, и снег, и лед, и стужа, даже летом, а где-то дом и теплая постель. Но мы в пути не думаем об этом, и пусть опять
плани нас гор. Мы не дошли сегодня до вершины, но мы дойдем всему наперекор. Мы странники, бродяги, мужчины, и пусть опять летит лавина с гор. Мы не дошли сегодня до вершины, но мы дойдем всему наперекор. Мы странники, бродяги, мужчины, мы странники, бродяги, мужчины. Очень приятно было видеть на сцене своих товарищей по факультету историко-филологическому. И годы 70-е, только у меня немножко пораньше, 71-76 год. Но когда вышли они на сцену, я подумал, как молоды мы были. И с другой стороны, вспомнили слова песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Так вот, песня, посвященная как раз этому воспоминанию. Зимой мы лето вспоминаем, дороги были приволоты, в кругу товарищей мечтаем остаться вечно молодым. О жизни многое мы знаем, живем, работаем, творим, и очень редко понимаем, чего действительно хотим. О жизни многое мы знаем, живем, работаем, творим, и очень редко понимаем, чего действительно хотим. Заглянем в собственные души, и рай, и ад увидим там. Две половинки нашей сути, любовь с печалью пополам. Мы ни о чем не забываем, и не жалеем ни о чем. Когда мы любим, мы прощаем, пока нас любят, мы живем. Мы ни о чем не забываем, и не жалеем ни о чем. Пока мы любим, мы прощаем, пока нас любят, мы живем. На крыльях осени летива, пускай уносится печаль. Как поздней осенью красиво, крик журавлей стремится вдаль. И каждый день нам интересен, и пусть останется таким. Ты только будь настолько честен, чтоб не лгать пойдем другим. И каждый день нам интересен, и пусть останется таким. Ты только будь настолько честен, чтоб не лгать пойдем другим. Вспоминаем, дороги были приволоты, в кругу товарищей мечтаем остаться вечно молодым, остаться вечно молодым. Посвящение девушкам. Улетая в ветер вдаль,
стояло плодов. Вот и кончился февраль, но не кончилась любовь. На озерах лег как старый, брат метели кутерема. Вот и кончился февраль, но не кончилась зима. На озерах лег как старый, брат метели кутерема. Вот и кончился февраль, но не кончилась зима. Завтра будет новый день, пляшут отблески огня. Прогони сомнения и тень, ты пойми, поверь в меня. Заглянут мои глаза, край штормов и тень, ребят. Я еще не все сказал, эта песня для тебя. Загляни в мои глаза, край штормов и тень, ребят. Я еще не все сказал, эта песня для тебя. Тени прошлого не жаль, за грядущие держись. Вот и кончился февраль, но продлится в марте жизнь. Наполнение даром край, не жалей красивых слов. Вот и кончился февраль, но не кончилась любовь. Наполнение даром край, не жалей красивых слов. Вот и кончился февраль. Oh,
Обещай не помнить и не гасить костры. Радость и восторг.
самбо, его выпускники всегда стремились расширить границы. И так появились международные проекты. Марафон «Медозавоз» в Кислом в 1990 году, походы по Белоруссии, Армении, Киргизии и другим территориям бывшего СССР. На сегодняшний день вещает этот список поход шестой категории сложности в национальном парке Денали на Аляске. Итак, для вручения ладьи в номинацию за лучшую организацию международного маршрута приглашается военно-патриотический центр «Выпил». На сцену приглашается Ланев Юрий Степанович и Ланева Диана Васильевна. От всех мужских сердец этого зала ответ вручается Диана Васильевна. Я благодарен судьбе, что мне предоставилась возможность быть в стенах этого прекрасного университета, видеть прекрасных людей, которые свое сердце отдали этому прекрасному виду деятельности. И так сложилась судьба, что лет пять назад Мюнхен Виктор Петрович познакомил нас еще в Кремле, и вот с тех пор мы дружим и совместно проводим лагеря экспедиции. Вообще, этот экспедиционный центр «Выпил» уже провел 12 лагерей. Очередной лагерь экспедиция будет проходить в Пряже с 3 по 8 января 2015 года. Команда ВПЦ «Выпил» поздравляет коллектив Петрозаводского государственного университета, команду турклуба «ЦАПА» с полувековым юбилеем. Мы рады, что наши дороги пересеклись в лагерях экспедиции на маршрутах дружбы, служения детям России. Рады нашим встречам и нашему сотрудничеству. За полвека турклуб «Сампо» побывал во всех самых труднодоступных уголках нашей Родины и не только России. Покорил десятки горных вершин и порожистых рек, океанов и морей. Прошел тысячи километров нелегкими таежными тропами и водными сплавами. Клуб помог многим поколениям россиян пройти школу, которая помогала мужать и становиться достойными гражданами нашей Родины России. Но главная ваша заслуга, ребята, в том, что вы сплотили вокруг себя таких же энтузиастов добровольцев. И вовлекли свой замечательный коллектив детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждались в вашей помощи и поддержке. Это дорогого стоит. Ваш опыт нужно пропагандировать по всей стране и распространять, а может быть даже и насаждать. И вот вам наше пожелание. Пусть покорятся вам новые горы, новые реки, глухая тайга, пусть вас встречают озерные зори, пусть не пугает любая пруга. Пусть прямо с рождения дети и внуки в САПО проходят жизнь и науки. Сапов от коллектива КПЦ. Буквально 6 числа в арсенале Кремля проходила презентация лагерей экспедиции, которые были проведены в этом году по КПЦ «Выпил». Это 30 лагерей в разных федеральных округах. Первый лагерь экспедиции начался в Пряже, где я был директор Бирюзипа, помогал с Татьяной Васильевной. Затем был лагерь в июле месяце на Пряженском озере. И впервые в России прошел в сентябре лагерь экспедиция на вашей базе вашего университета на Шелкозере с Ассоциацией спортивно-студенческих клубов России. И университет оказывал самую непосредственную помощь. И вот за этот лагерь уже поблагодарил «Выпил» и Владимир Владимирович Путин. И в следующем году есть желание также у этого создавшегося только коллектива, значит, здесь же в Карелии провести его. И вот эти две благодарности, грамоты от Федеральной службы охраны Российской Федерации, Национального антитеррористического комитета, Центра специального назначения ФСБ России, президентского полка службы коменданта Московского Кремля, должны были вручены Юрию Степановичу в Кремле 6 числа, Татьяне Васильевне. Но, к сожалению, они готовили это мероприятие, и я с огромным удовольствием вручаю им за продуктивное сотрудничество с военно-патриотическим центром «Выпил» во время проведения лагеря экспедиции по программе патриотического воспитания молодежи «Честь имею» для детей и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, детских домов и приютов, и проявленную при этом личную инициативу. Награждается Ланев Юрий Степанович. Благодарность награждается Ланев.
только даже для России, не случайно мы вручили, а, наверное, планетарное мероприятие, но мы на память этого мероприятия вручаем от всех офицеров, от генералов и детских сердечных лет вам такой символичный подарок. Исполнил вопрос встречи, я в Москве, корейском землячестве нас пригласили с Татьяной с фотографиями, с песнями. И ко мне подошел офицер и сказал: можете ли вы помочь ребятам, вернее, ребятам, у которых родители погибли в горячих точках. Вы знаете, это было так неожиданно с одной стороны, но с другой стороны, я не мог отказаться. И вот уже четвертый лагерь, во время праздников мы всегда проводим с выездом. Пионерский полк. У нас станет голубые береты, и я думаю, что однажды мы их наденем и придем на праздник. Но если хотите, я колоссально пожалел, что слишком поздно познакомился с этими людьми. Они проводят интереснейшую работу, поверьте. И я думаю, что...